Зима продолжает баловать снежной погодой, а устойчивые минусовые температуры позволяют смело выходить на лед. Около 20 катков в Твери будут работать в течение всего сезона. Это открытые арены и ледовые площадки на свежем воздухе. На каток можно прийти со своими коньками или взять их на прокат. Для посетителей организованы теплые комфортные раздевалки. Сотрудники катка строго следят за качеством ледового покрытия и делают все, чтобы отдых тверичан был приятным. Катание на коньках – это отличный способ весело провести время с семьей и друзьями, а также заняться спортом. На многих ледовых аренах предусмотрены специальные помогайки, куда можно прийти с маленькими детьми и также научить их кататься. На катке на площади Славы можно обратиться за помощью и к профессиональному тренеру, который поможет встать на коньки новичку и повысит уровень умений тех, кто хорошо держится на льду. Всю актуальную информацию о графике работы ледовых площадок можно найти на карте катков в социальных сетях.